Мы производим инвалидные коляски iCross из карбона. 3 года назад правительство Приморского края объявило программу гранта «Приморский старт», где мы победили и получили 2 миллиона рублей на разработку прототипа. На следующий год была еще одна программа, субсидированный грант, так называемый, да? Вот, где победитель должен был получить 50 миллионов рублей на старт производства. У нас работает порядка 40 человек. Вот, и эти 40 человек равны мощности 40 инвалидных колясок. Да? Но если говорить про нашу максимальную мощность, рассчитанную в площадях данного помещения, да, мы можем производить более 400 колясок, точнее 420 колясок. Да? То у нас полная численность под такую мощность производства необходима, это 156 человек.